И всем привет, ребята, меня зовут Макс, и мы продолжаем проходить игру GTA San Andreas на 100%, на статистика уже 3,74%. И сегодня мы с вами продолжим заниматься великими делами, а именно собирать устрицы. Да, мы с вами сделали уже 50 сников, сделали, а закрасили 100 граффити. И сегодня на очередь идут уже устрицы. Сегодня у меня просто выдалось время, чтобы это сделать, потому что в остальные дни у меня времени особо не будет. Ну, либо сегодня только, либо в четверг у меня будет время, даже, наверное, в пятницу. Поэтому решил, что лучше делать сегодня, а потом просто, наверное, позаписывать вот приемы. Там три дня подряд, и потом буду делать, скорее всего, приемы. В общем, для того, чтобы делать это максимально быстро, я решил взять такую вот лодку, не как она называется, сейчас посмотрим. Скьюауа. Ну, я думал, что это Макс, значит, Макс попробовали, или это вообще, ну, Vice City он так называется. И да, здесь он, на самом деле, не спавнится, я его просто поймал вот здесь вот едущим. Да, то есть, если он у нас какой-то причине перестали ехать, то просто путь призывает сохранение и еще раз сюда приехать. Да, попалась она где-то вот в этом месте. Ну а я, в принципе, наверное, поеду сейчас на устрицы. Вот их карта расположения. Можете, не знаю, себя отскринить, как-то потом по своей карте там собирать карты. Ну, в общем, удачи вам в сборе устриц. Ну и я, наверное, соберу пока устрицы, скорее всего, те, которые пока внешние. То есть, как только я буду приехать на лодке и все пособирать. А уже внутренний я, наверное, соберу уже в самую последнюю очередь. Ну вот эту вот устрицу, вот эта вот она вот тут рядышком, она единственная на внутренней, которая в Сан-Пьеро. Я, наверное, к ним пришвартуюсь и на свой риск побегу за ней. Ну, потому что лодка может исчезнуть, надеюсь, в ремастере, на всяком случае, она не исчезала. Как помню, надеюсь, этого и здесь не произойдет. То есть я вот эти все заберу, получается, я не смогу вот эти забрать сразу, вот эти три, они больше, ну как сказать, они внутренние, то есть вот здесь вот все-таки есть, ну, штука, которая прекращает путь. Вот эти все смогу забрать, и вот эти вот все внутренние я тоже сразу забрать не смогу. Все, остальные, и вот этот отдельно заберу, и вот этот отдельно. Все, в принципе, начинаем, в принципе, сбор устриц, погнали на вот к этой, скорее всего. Проблемные, конечно, будут у нас копы, но я надеюсь, что они особо не будут коцать мою лодку. Во всяком случае, надо будет искать ей замену. Надеюсь, на большинство хотя бы устриц мне ее хватит. Вот только будет одна проблема на устрицах, где нам будут давать сразу 5 звезд. Вот это, конечно, будет проблема. Вот это будет проблема. Тут надо как-то лодку, наверное, подальше ставить, чтобы мне ее копы не покоцали, иначе сразу лодки будут криндец. Я надеюсь, я смогу их быстро сделать, что мне хотелось бы еще это время, которое у меня сегодня есть, потратить еще на что-нибудь, не только на устрицы, а еще и на уроки. Поэтому постараюсь как-нибудь побыстрее их собрать. Вот одна у нас уже есть, находится она вот здесь, вот ориентируйтесь на этот пирс. Следующую устрицу, наверное, вот эту сами заберем. Я думаю, да, я думаю, мы так и поступим, скорее всего, теперь еще на руки. Да, еще можно встретиться такой баг, чтобы устрица не подбирается. Но у меня она не была, у меня была одного стримера, он тоже его на 100% проходил давно, год, наверное, назад. У него такой большой баг, что тупо не подбирался устрица. Ну, в общем, если происходят подобные баги, то вообще, то просто производите сохранение, возможно, это поможет. Во-вторых, советую вообще почаще сохраняться, потому что лучше все может быть, и игра может вылететь, все что угодно. Поэтому лучше вам сохраняться почаще, ну, либо с помощью мода, как я, либо... Ну, либо просто, то есть я вот так наверное, буду делать, вот так вот, все, я засейвился для подстраховки. Так вот, не знаю, вылетит игра, когда я потом выключусь, сейчас как бы не на твердой поверхности это делаю, ну ладно. Следующее, вот здесь находится устрица. Ну, удобный, конечно, мод, которым я пользуюсь. Вот, третья из пяти, ну тут он называется не устрица, а ракушки. Вот, здесь, ну это опять-таки с правильным переводом. Именно ракушки. Я привычки все равно называю устрицами, но название я, наверное, именно ракушки, наверное, и напишу. Я тоже советую собирать устрицы на лодке. Ну, можно, конечно, и на жетпаке, если у вас он доступен уже. Но на жетпаке удобнее всего собирать именно подкова, а устрицы удобнее, наверное, будет всего собирать именно на лодке. Потому что вот, например, глубокая устрица, вряд ли вы ее на жетпаке заберете. Я не знаю, только если прям очень сильно как-то опуститесь, потому что, ну, я не знаю, вряд ли ее нам получится собрать на жетпаке. На жетпаке лучше всего собирать подковы, вот это самый вариант. Просто, разумеется, я не буду ждать, пока у меня откроется третий остров, пока появится этот жетпак, я буду это делать сразу. И это видео, скорее всего, я сделаю в пятницу, да. Выйдет оно тоже либо в пятницу, либо в субботу, посмотрим.
что у меня будет как раз-таки в эти дни, у меня будет много времени, я думаю, в это время я и буду этим заниматься. Это еще вот здесь находится устрица. Но я для себя отмечаю, в принципе, я могу даже этого факта и не делать. Да, могу даже этого не делать. Я вот, сука, 4 собрал. Надеюсь, я все быстро сделаю, не хотелось бы сильно на них сидеть, потому что там очень долго их собирать, пока доедешь до каждой. Это можно по 2-3 минуты на каждую тратить, и то бывает больше. И поэтому мне бы хотелось, конечно, все максимально быстро сделать. Надеюсь, запись хоть идет, все, запись, слава богу, идет. А то мало ли, еще вдруг запись началась, и я буду говорить. Все, я хотел бы, конечно, все без клеек сделать, надеюсь, так и получится. Единственное, что когда склейку придется делать, только тогда, когда, наверное, меня убьют. Потому что, ну... Все, ну, зато, кстати, можно, в принципе, житлаком собрать. Но это только 5, мне еще собрать таких еще в 10 раз больше. Но если посчитать, то 10 на 5, ну, если под каждый раз, ну, если вот 5 минут, если бы я так тратил где-то по минуте 2 на каждую устрицу, ну, мне бы где-то 50, ну, минут, ну, час, может быть, ушло. Ну, где-то столько времени у меня бы ушло. Но я думаю, что, скорее всего, у меня уйдет на это больше времени. Кстати, меня очень радует, я очень рад. У меня вот последний, наверное, даже не последний, вот ролик отдал, вот последних. У меня вообще в реки хорошо попали. Один ролик 600, наверное, с лишним просмотров набрал, а другой 500 с лишним. А другой еще 220 там, с лишним. Но опять-таки, там многие люди там только на минуту 2 зайдут, и все, и так как просмотры засчитаются и выйдут. Запроверял, но, по крайней мере, меня радует, что у нас уже 26 подписчиков на данный момент. Ну, то есть на тот момент, когда я записываю видео, у нас 26 подписчиков уже. Мне очень нравится активно каналы. Вот интересно, к концу приключения Красноярска у нас уже будет 1000 подписчиков или нет? Конечно, я взял довольно большой оборот, но у нас уже сколько подписчиков, а это еще месяц не закончится. К концу месяца у нас, может быть, уже 100 будет, я же не знаю. Я вот только не знаю, получится ли мне сегодня постримить. Смотрим, я пока не понял, надо подумать будет. Но по-любому получится в четверг, или по-любому получится в пятницу. А вот получится ли в эти дни, я не знаю. Мне во-первых, так получается, что некоторые уроки надо делать. Но посмотрим, короче, я не буду ничего говорить наперед. Вот следите за моим каналом, там я всегда публикую уже анонсы стримов. И всегда вы можете видеть, когда у меня начнется стрим. Так, давайте составим себе план, чтобы у нас день был. Все. Уже 8 есть. Довольно быстро, кстати, мы их сделали, эти 8. Так, следующие устрицы есть у нас, получается. Вот здесь устрица, вот здесь вот устрица. Но эти устрицы я, наверное, сделаю потом. Я даже не знаю, какие лучше потом первыми взять. Но если я сейчас лодку оставлю, она тупо исчезнет. И не придется тогда брать новую. Я не хочу просто ехать за новую. Это только трата времени. Поэтому я, наверное, их соберу потом, не знаю, либо вообще в конце, потому что, я не знаю, скорее всего, устрицами я, вот, возможно, вот это будет одна из последних устриц, вот это вот. Ну, как одна из последних? Я имел в виду, что, я не знаю, просто какую устрицу я заберу последнюю внешнюю, либо это будет где-то на территории Сен-Фира, но, скорее всего, это где-то будет на территории Лос-Интуроса. И тогда я, скорее всего, заберу сначала все эти здесь, ну, устрицы, ну, ракушки, а потом придется еще напоследок вот за этими съездить. Скорее всего, так и получится. Ну, в принципе, ладно, я не расстраиваюсь. Не надо, это же все равно уже урон на нее идет. Вроде внешне он не замечается, но внутренне для лодки урон все равно проходит. Только будет проблема, если сейчас взорвут где-нибудь мою лодку. Но сейчас нет, а потом, когда дует 4 звезды, то это все шансы, что ее могут взорвать. Что это, конечно, будет немного проблематично, потому что лодку так быстро я потом новую найти не смогу. Ух ты, чё себе, что за кораллы? Они тут не тут были, или это просто глюк какой-то? Нет, ну, вроде они как таковые тут есть, но что-то мне кажется, они должны были быть под водой. Что кто-то какой-то глюк, вот напишите в комментариях, если кто-то знает. 9-я ракушка. Там, где я видел вот руконос, он единственное, что коллекционировал не сразу, это как раз таки ракушка. То есть по 10 на каждое видео. Не знаю, зачем он, конечно, так сделал. Может быть, потому что сильно длинный ролик не будет, потому что если взять даже эти гравити, они находятся в основном. Там, в принципе, их быстро все можно сделать. Ну, достаточно быстро. Ну, ладно, быстро. Ну, часа за час, за полтора, но в любом случае, так вот видеть не придется. Снимки тоже в одном городе, подков в одном городе, а вот уже ракушки, они разбросаны по всему штату. Если вот так вот собирал их все за раз,
Ну, не знаю, сколько часов у него ролик пошел. Может быть, 2-3 часа. Вот и копы подоспели. Ну, в принципе, я знаю, там на территории, где недалеко от летной школы, там есть, господи, летная школа, школы, водной школы, будет место, где тоже будет подобная лодка спавниться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да садись ты, дурак. Ну нет! Какие же вы гады. Вот гады. А я вообще мгновенно мою лодку уничтожил, я ничего не успел сделать. Блин, вот потому как оно, наверное, делал эти устрицы не за раз. Может, мне, блин, не за раз делать, не знаю. Но мне бы не хотелось бы делать несколько частей, мне хотелось бы, чтобы устрицы там все в одной части было. Ой, а то представьте, вот человек зашел посмотреть видео, как найти все устрицы. Ну, мало ли, может, мне таких модов или как. И он видит, например, ага, здесь подкоп устрицы собрали, а следующий был в следующем видео. Где он будет эти устрицы искать в следующем видео? То мне это просто не очень-то удобно. Блин, я не ждал, что мне прям так быстро лодку уничтожат. Давайте нам тут устрицу заберем. Раз уж мы все равно здесь, тогда сразу заберем вот эти внутренние. Мне кажется, тогда будет удобнее все-таки просто кататься и забирать их. Чем я буду брать и постоянно лодку менять. Даже это же в ремастере я мог сохраниться прямо на лодке и в случае чего перезагрузиться. А здесь, к сожалению, такое не прокатит. Но мою лодку уничтожили мгновенно. То есть тут что-то прям сложнее с этим. Ну, в принципе, ладно. Мы сами не расстраиваемся, а просто едем на устрицу. Заберу, наверное, пока вот эту устрицу. Так, а, ну там выше даже. Я что-то думал, оно не здесь, ну ладно. Ну, я думал, что оно здесь будет. Ну ладно. Ну давай, сижей, залазь. Я следующий находится в территории Мэддога. Я думаю, когда если будет какую-нибудь миссию от Лужерока, там одна из миссий, где у Кастихи Мэддога, думаю, по замаху, можете из Кастихи снимать эту ракушку. На деле спидранера так и делают. Я не помню, что вот эта ракушка находится как раз-таки рядом с тем местом, где у нас проходит миссия. Они по пути, я думаю, ее и забирают. Но спидранеры обычно так и делают. Теперь, наверное, сами съездим сейчас за... То, скорее всего, я буду перебиваться именно на машине, потому что на лодке есть и вариант. Лодка бы здесь помогла, только если бы у меня были все острова открыты. Но ждать я, ну, никакого желания не имею. Я хочу сразу все пособирать уже, чтобы уже не думать об этом. Потому что кайфово, как я тогда проходил... Ой! Сан-Андреаску, и у меня уже там оставалось буквально там в конце, к началу Сан-Туроса вот столько докупить недвижки, что там, ну, и пройти еще пару доков, такие как карьер, грузоперевозки и на поезд. То есть там уже допов мало. Представьте, если бы я знал, что мне надо будет еще потом, мол, сколько всего делать, ну, не знаю, это было бы мне очень приятно. Так я уже вначале все это собираю и все. Понятно, что этим занимаются отнюдь не все, потому что некоторые, ну, не хочется, некоторые не хотят просто тратить на это время. Просто дожидаются, когда у них откроются уже все острова, но... Ну, как-то так. Блин, охота, конечно, мотик терять. Ладно, давайте-ка тут объедем, я думаю, это не составит особо много времени. Счет находится в Принт-парке. Вот эту устрицу я вот сразу, да, очень давно находил, наверное, одна из самых первых устриц, которую я когда-то находил. Еще когда можно на старом ноутбуке, вот этот мой на котором я сейчас чат все время смотрю. Вот эту устрицу я всегда помню, всегда ее находил. Ну, это, наверное, одна из таких единственных устриц, которые я находил. А, ну и будет еще одна устрица, которую я тоже находил, насколько я помню сам. 12.50. Я покажу, как устрицу сейчас еще сам находил. Это на территории Лос-Интураса будет она. Сейчас покажу, как устрицу я находил сам. Сам я находил вот эту устрицу. Здесь же еще и у нас подкова будет располагаться. Здесь у нас еще будет подкова. Но я, наверное, не буду их сразу подбирать, потому что потом, ну, неудобно будет тогда записывать видео по подковам. Не будет удобнее это все из подков собрать на видео про подкову. Так, в принципе, делал Куконос. Я вот все говорю, Куконос. Вы, может быть, даже его не знаете. Зачем, который все время проходил с GTA-шки на сотку, вот эти три, начал прошел выпасить из GTA San Andreas на сотку, начал тройку проходить. Уже на протяжении 6 лет проходит, пока я еще прохождение не возобновлял. Если честно. У нас получается уже сколько? 12 устриц, если я не ошибаюсь, блин.
Вот тут, конечно, дольше проверять, чем это в ремастере, но давайте все равно проверим, мне просто интересно. Считать-то я не буду их. Вот эти прыжки сами еще будем делать. Так, давайте посмотрим. Один нулевой. Вот, ракушек стоит 100, пустынка 50, вот ракушек я сейчас собрал 12 из 50. Теперь надо подумать, куда нам сейчас ехать дальше. А поехали-ка, вот сюда, наверное. Или сюда лучше. Даже не знаю, какие лучше собрать, если честно. Вот ума не прижу, с каких лучше начинать. Наверное, ближайшее, скорее всего, вот это будет, значит, наверное, и поедем. У нас там опять будут трупы преследовать, поэтому здесь, очевидно, лучше делать это на машине. Вот на машине, конечно, будет намного дольше собирать. Я вот не знаю, делать за раз, все-таки склейки делать. Но чувствую, таким темпом ролик получится, оно прям нереально длинным. Я так чувствую. Ну, ничего не поделаешь. Я все-таки раз узнал, я уже пересохранялся, и сколько в это время не занял, я это делаю, что уже доведу до конца, по-любому. Наполовину бросать дело я не хочу. Но я могу опять-таки сейчас вот поделать, потом паузу поставить, потом еще продолжить. Но я не хочу. Я хочу, чтобы все было прямо за раз. Но для дела было бы сделать именно так. Как получится на самом деле, я не знаю. Только если совсем, знаете, если я буду где-нибудь вот здесь вот в устной трости, например, собирать устрицы вот эти вот. Если я там сдохну, кажусь вот здесь вот. Ну то я, наверное, сделаю склейку. Потому что не сделаю. Может просто в аэропорт на самолет и быстро долечу туда снова. Я не знаю. Могу я вот тут вот заехать? О, заехал, давай. Вообще, конечно, вот поехали здесь вообще запланировать, скорее всего, разработчики запланировали, чтобы мы этим занимались. Ну, возможно, уже когда откроются все острова, особенно вот. Ну, насчет пас, конечно, устриц не сказать, вот как многие мы можем его вот спокойно без всяких копов там забрать. А вот про некоторые, вот которые вот так. Ну, в общем, я думаю, разработчики не могли пункт предусмотреть, ну хотя, может быть, и предусмотрели. В принципе, они, возможно, должны были понимать, что у нас это мусорят, открытые это вертолеты, самолеты. То значит, в любом случае, каким-то образом мы это все равно соберем. Физически это возможно. Так, мне надо как-то объехать, не хотелось бы сильно свой мотик терять. Блин, нет, только не упади туда, нет! Нет! Что за глюки? Если что, я никаких модов на пристолку, по-моему, не ставлю. Я не знаю, что это за глюки, если честно. Ну ладно, какой-то тут дождь идет, и из этих дождя какой-то глюк происходит. Нет, только не упади. Фух, не упал. Кстати, здесь еще будет миссия «Попей петуха». Вот ее, кстати, ни разу не проходил. Я помню, проходил только одну миссию там, которая в Лос-Сантосе находится около маяка. А вот второе, вот этого я не проходил. Я думаю, я тоже напишу прохождение вот этих вот петухов. Ну, они дальцовские, разумеется, не нужны, но все равно пройти их будет довольно-таки интересно. Кстати, подобные, кстати, так, миссия будет, подобная миссия. Будет, кстати, в GTA 5, она будет нужна в лицовке, что-то вот похожее. Не один в один, конечно, но похоже, что-то похожее будет. Потом, когда дойдем, я думаю, это не в этом году точно, возможно, в следующем. Может быть, мне уже надо несколько тысяч подписчиков будет, я не знаю. Хотелось бы, конечно, хорошо подписчиков подняться и не сидеть себе в таком количестве. Потому что, знаете, вот, большое количество подписчиков и работать проще. А так получается задача канала. Вот мне, например, повезло, что мне, например, на YouTube часто в реке видео кидать и все такое. Кому-то, может быть, не повезло. Кто-то и сидит до сих пор на 50 подписчиков. То есть, большое количество, конечно, работать проще. То есть, на стримы проще пригласить. Там уже какое-то количество будет собираться. Кстати, вот мне понравился еще актив на последнем стриме, очень хороший был. Там много людей заходило, но не все, конечно, сидели постоянно. Но заходили, потом выходили. Но мне актив очень понравился. Надеюсь, так и дальше будет. И я постепенно буду увеличивать количество постоянных зрителей. Так, едем дальше. Вроде у нас нормально получается. Вроде уже 13 устриц уже собрали. Уже туда-сюда у нас уже половина устриц будет собрана. Да, скорее всего, так и будет. Здесь я, наверное, буду ездить, ну, либо на моей машине, либо еще на чем-нибудь. Так главное, не забывать сохраняться. Вдруг нас еще убьют. Самое главное плюс того, что если эксплуатация пока ты собираешься, можно это одну пропустить, и потом не поймешь, какую ты пропустил.
А здесь ты уже сразу в практике же будешь видеть, что ты собрал, а что ты не собрал. Блин, вот это какое-то неудачное место. Так, ныряем. Все, 14-я есть. Блин, вот неудачное место, теперь будет проблематично подняться наверх. Блин, а что придумал? Ну я вот сюда, наверное, могу, в принципе, залезть. Давайте сюда залезем, потому что другое место я пока не хочу. Там, правда, мой мотик, наверное, остался. Ну, в принципе, ладно. Сейчас посмотрим, что нам там... Ё-моё, господи. Я даже не... А, он там остался. Могу даже сейчас постараться за ним сбегать. Если он сейчас не щедрит, то я успею даже за ним сбегать. А, даже не буду. Я другой возьму. Зачем мне тот? Этот получше и поцельнее даже. Так, сейчас... Что-то мне прислали. Так... Куда поехать? И вот сюда, в принципе, можно было. Не знаю. Давайте нам это заберем. Да, поехали вот к этой. Там просто можно на звезды сейчас нарваться. Вот чем опасность. Я постараюсь потом быстро сохраниться, чтобы меня не убили. Но там вот вы видите, он просто экономит время. То есть он мне не упрощает прохождение, как бы это ни казалось. Просто так, экономит время. Нет, нет, нет. Пипец, упал. Блин, я не хотел так, конечно, приземляться, точнее, в воду падать, ну ладно. Так, наверное, на территорию Суперсуперса я, наверное, пока еще не пойду. Я, наверное, пойду на какую-нибудь другую территорию. Хочу посмотреть, какой-то глюк, подожди. Подожди, что за палка? Не понял. Этого же тут не было. Ходи. А в чем дело? Я вот только не пойму, это что за палка? Ха, интересненько. Не знаю, я что-то еще монтажную карту ставил. Может быть, он как что-то тут сломал. Сейчас не знаю, сейчас попробую сохраниться и перезагрузиться. Если в крайнем случае вообще выйду перед этим. Но мне, ну, этот баг не очень-то приятный. Я его ни разу не встречал. Может, эта карта и сделана, но я сразу внимания не обратил. Я вот не знаю, если честно. О, вот тут можно звать все-таки еще и попадая на звезды. Мне это очень нравится. Все, и надо перематывать на свою территорию. Выше, выше, Сиджей, только не утони, не утони, не утони, не утони. Вот тут где-то надо сами сейчас вылезем по-быстрому. И надо подумать сейчас, куда нам ехать дальше. Сейчас попробую призвать сохранение, чтобы поищешь эта полоса. Вот здесь она исчезнет, а то тогда я не знаю еще, что делать. Возможно, опять-таки, я же говорю, я переделал мод на эту карту, возможно, что-то он еще тебе дал. Ну, просто эта карта чуть более качественная, чем та, которая у меня вообще до этого стояла. Она мне больше понравилась. Поэтому я поменял. Возможно, она что-то дала, вообще не знаю. Может, просто какой-то баг очередной. Ой, давайте вот тут, короче, я засейблю сейчас. Вот так вот, даже пару раз я сохранюсь. Так. Ой, все нормально, запись идет. И еще раз. И теперь давайте перезагрузим сохранение. 43. Вот это, 8.43, короче. Хэнкинг Point. Гляньте, все равно, кстати, полоса осталась. А почему? Блин, ну тогда мне придется, если что-то там модную карту удалять в таком случае. Неужели это модную карту такое? Давайте попробуем игру вообще перезайти. Сейчас прям не буду даже никаких склик, я сейчас просто тупо перезайду сейчас сверху, посмотрю, что это сейчас даст. И да, блин, тут люди писали, что надо впасть в звук игры сделать, сейчас посмотрю. Ну, если что, вот, ребят, у меня звук тут минимальный стоит, я не знаю, чего тогда он сильно громким был, у меня звук тут минимальный стоит, ну куда меньше делать. Ну, хоть, правда, через мир шаг, может, тогда, мне кажется, вообще игры слышно не будет. Не знаю, честно, я что-то громко тогда вышло, а меня как-то реально что-то не очень хорошо слышно тогда было. Не гляньте, все равно вот этот глюк остался. Давайте так попробую сейчас вот что сделать. Попробую сейчас удалить мод на HD-карту. Возможно, это он сделал. Сейчас это в модлодере. Вот Ultra HD Radar. Вот этот мод. Удаляем его с модлодера и пробуем запустить еще раз. Скорее всего, это этот мод. Скорее всего, это мод что-то сделал. Честно говоря, когда я его смотрю, возможно, я не обратил внимания, что он это сделал.
Мне сейчас казалось, что там ничего подобного не было. Сейчас полетим. Не удивлюсь, если сейчас после того, как ему как-то удалил, сейчас там все-таки то же самое останется. О, гляньте, теперь полоса, ну, почти исчезла. Гляньте, полоса, кстати, почти исчезла, между прочим, но не полностью. Офигеть, что за глюки? Или мне сейчас вообще мод переснит на нашу карту? Давайте сейчас я так и сделаю. Только давайте я, наверное, уже это в паузе сделаю. В общем, ребята, пытался, короче, сейчас сделать, мне еще не вышло. Вот, то есть полоса это исчезла, вот я это на видео, по-моему, показал, но вот этот кусок он все равно остался. В принципе, ладно, предитон тебе не мешает, но, возможно, перезвонок игры, возможно, это помогло бы. Не знаю, но вот когда я с этим через мод-воду вставляю HD карту, полоса становится полностью через всю карту. Вообще по хули-то. А вот когда удаляют, мод становится такой. Ладно, значит, будем дальше без этого мода стоять, мотик, стоять! Блин, только вообще CJ бы не выдался, только не выдыхайся. Стоять. У меня даже оружие нет, чтобы остановить мотик. Вот блин, а. Ну, хотя бы такой мотик уже хорошо. Мне хотелось, конечно, Санчес. Видишь, Санчес. Санчес, стоять. Я хочу вот Санчес взять, мне он, для меня он просто удобнее. Все, я что-то думал, сейчас на меня копы загреться, но нифига. Блин, у меня сейчас даже солнце светит, вообще хорошая прям такая походка сейчас на улице. Так, значит, подумать, куда нам с вами ехать дальше. Давайте посмотрим. В принципе... в принципе, наверное, можно вот к этим, наверное, съездить, только я не знаю, будет он мне сейчас вообще могут звезды нам надавать вот в этих местах. Ну, в принципе, ладно, поехали вот к этой. Я сейчас не буду пока забирать тех, кто будет смотреть, я к ним, наверное, в последнюю очередь съезжу, пока надо вот эти пособирать. Да, поехали, значит. Ой, больно. Подожди, стоп, а мне вот я вот в том направлении, мне показывают какую-то другую ближайшую. А, это надо вот эту. Вот эту. Ну, я пока говорю, я тебе последнюю очередь заберу. Постараюсь там же зацелиться и сохраниться, если выйдет. Что там же я потом буду делать видео по... Ну, хотя нет, все равно, в принципе, подковым еще видео завтра, например, заявить уже никак не смогу. Ну, физически не смогу, потому что мне времени не хватит. А еще, ну, лучше сделать это видео спокойным, расположении духа, и чем думать, как бы там мне не опоздать куда-нибудь. То есть лучше делать в спокойной обстановке. Что я, наверное, так делать и буду. Мне очень понравился, как начался акцент на канале, и дай бог, чтобы он так и всегда был такой. Надеюсь, мы сейчас скоро наберем хотя бы для начала 100 подписчиков, потом, может быть, и больше. Теперь вот моя мечта — это набрать хотя бы 100 тысяч подписчиков. Вот реально, вот это вот реально моя мечта. До сих пор это никак не осуществилось. Но я вот так даже думаю, галочку я, в принципе, смогу получить, там, заявление написал, через 2 дня оно уже у меня. Если все хорошо там будет по предупреждениям и... сообщества. А вот что насчет кнопки за 100 тысяч подписчиков? Понимаю, еще рано, конечно, об этом думать, но все же. Вот, допустим, я набрал 100 тысяч подписчиков и, например, хочу подать заявку на кнопку. Но здесь не все так просто. В России же их уже не доставляют. Вот куда мне вот заказать, чтобы потом отправили мне? У меня же никаких знакомых даже за границей нет. Тумане, например, ну, что мне в этом случае тут сделать? А вот кнопку-то очень хотел бы получить на самом-то деле. Ладно, дело дойдет до того момента и все решится. Может, конечно, кто-то в комментариях посоветует, что здесь в этом случае можно сделать. Скорее всего, наверное, ничего, только как-то заказывать на другого человека, чтобы потом он отправил мне. Ну, это такой человек, который именно за границей находится. То есть по России ее, как я говорил, не доставляют. То есть только те, кто за границей. Мне за границей никаких знакомых даже нет. Как? В принципе, там есть один человек, не знаю, если получилось бы как-то договориться с ним. В принципе, там у меня есть один знакомый. Ну как знакомый? Ну, знакомый, скажем так, не мой, а знакомый моей бабушки. И она живет не в нашей стране, а в Белоруссии, по-моему. И вот, как раз таки, если получилось бы, можно было бы договориться именно с ней. Ну, я не знаю. Как, вот, ну, в общем, наберу, когда 100 тысяч подписчиков, тогда уж будем об этом думать. Ёшкин кот.
Вот блин, как байк неудачно стал. А, стоять. 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 Дамочка, имени в закон, остановитесь. Значит, она не успею. Значит, она сейчас она там зеленый будет. А нет, успел. Так, я же эту устрицу забрал, забрал. А теперь я думаю, можно вот эту, наверное, забрать. Погнали на вот эту устрицу. Ну, надеюсь, сейчас я успею собрать все, было бы очень хорошо на самом-то деле. Успеть все собрать за сегодня. То есть, ну, можно, конечно, поделить по половине устриц, чтобы сильно как бы тратить. Но тогда мне придется делать вторую часть. А вторую часть я завтра, например, не успеваю сделать. А сегодня у меня времени, например, много есть, там, буквально там до пол первого дня, поэтому времени у меня сегодня прям вагон. Так, мотик сородите здесь. В принципе, я вот что-то теперь реально прям тюкнул. Есть же знакомая моей бабушки, которая живет не в России, а в другой стране. И вот как раз таки, если получилось бы, не знаю, только если опять-таки, если, ну, с Беларусью это никак не связано, ну, надеюсь, что не связано, то, в принципе, можно было тогда на нее заказать, и она бы уже отправила ее на меня. Опять-таки, будем думать об этом уже ближе к 100 тысяч подписчикам, пока еще рановато об этом думать. Вот я заодно стримировал, у него там, ну как, хороший актив, но он смог с помощью шортсов набрать где-то за год 100 тысяч подписчиков. Ё-моё. Ё-моё, ну блин, а, ну почему? Что-то как-то зашел в смысл. Нет. Ё-моё, он еще и залезть не может. Ну CGM тут же вроде нормально, а господи. Туда сюда давайте. Блин, так будет сейчас мой мотоцикл еще и съедет. Ну, в принципе, ладно. Вот потому мне удобнее собирать именно на лодке, не на мотоцикле, потому что на лодке ты взял, стал собрал и поплыл дальше. Здесь приходится выплывать и тратить на это время. В принципе, ладно. В принципе, у меня такая вот идея есть. Ну, главное к тому времени потом договориться. Но не знаю, при вашем раскладе на следующий год у нас может быть вот такой человек. Ребята, если я буду все время активен, если я буду почаще шорсов выложить, которые тоже подписчики прибавляют, то, в принципе, за следующий год может быть вот такой человек наберем. Я пока же не буду ничего наперед говорить. Блин, а вот это уже подстава. Блин, кстати, я не знал, что здесь тоже такой мост есть. Или подожди, или где это он? Подожди, мне казалось, что этот мост он вот здесь, по-моему, был. Нет? Или вот здесь? Честно говоря, я тут даже не знал, что здесь перекрытие дороги есть. Никак не проеду. Вот, блин. Блин. Ну, скорее всего, блин, сейчас на меня, скорее всего, сейчас загрятся копы, когда я как только пересеку эту границу. Ну, давайте поглядим, что я могу сейчас сделать. Кстати, вот эту можно было бы забрать, только это, наверное, тоже территория полиции. Не знаю. В принципе, я все услышал, если нас собирать уже на чужой территории, поскольку эти, как его, устрицы. Так что, в принципе, я думаю, мотик уже можно смело терять. Эти очень хорошие устрицы дают бонус, ну, за прокручки, извиняюсь. Нам дадут, ну, максимальный объем легких. Хороший, на самом деле, бонус. Но еще дают оружие, но я не знаю. Ради оружия это все делать, не знаю. Ну, кстати, блин, лодка, но я чувствую, мне ее надолго сейчас 5 не хватит. Давайте он попробует сейчас его как-то поймать по-быстрому, если получится сейчас. Нет, не, я не поймал ее. Нет, 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 нет. Стоять, нет. Блин, вот, кстати, еще лодка. Вот, может быть, сейчас ее поймаю. Блин, давайте, пожалуйста, дайте мне лодку. Но мне ее, наверное, все равно надолго не хватит, хотя бы на какое-то время. Ой. Блин. Потому что сейчас вот я начну еще прикрывать границу, все, сейчас 4 звезды мне обеспечено. Тогда будет, я сейчас вот сначала вот туда, наверное, вот к дороге, там еще одна устрица нас ждет. Все, 19 у нас ракушек уже имеется. Сейчас будет 20 уже. Ну, мы почти половину уже сделали, и дал игрок, и ролик, это уже 35 минут. Где-то больше часа, конечно, ролик выйдет, очевидно, больше часа на полтора. Ну, в принципе, ладно, это не сильно много меня затратит, конечно. Так, да, вот здесь еще утрица есть точно. Блин, надеюсь, сейчас мне еще не дадут.
что некоторые устрицы вот так вот быстро бы уже хотели бы собрать на самом-то деле. Так, следующее под мостом. Затем тоже Свету поставят такой мод. С ним намного быстрее вы их соберете и будете мучиться, чем будете по карте их искать, потом еще думать, какую ты собрал, какую не собрал. Все, 20, еще 30. О, господи, каких 30? А нет, подожди, да, все верно, это еще 30, считаю, туплю. Реально, 30 еще осталось. Если бы это были синьки, то, в принципе, это было по ерунде. Но у нас оно, вот и тут так кучка, то приходится тратить на них какое-то время, чтобы их все собрать. Всех этих ресотых. Да, пока это медленно, я потом, может быть, делаю еще типа скупки недвижимости. Тоже, вот, например, завтра можно таким заняться. То есть, в Final Fantasy может купить всю недвижимость. То есть, это сделал я быстро, в принципе, быстро. Потом еще, наверное, 3 дня, наверное, смогу как раз-таки сделать видео по... этим по спортзалам. Не, ну, наверное, сейчас спортзал будут делать, но я, наверное, пока не буду недвижки эти покупать. Пока я на спортзалы сделаю. Так, теперь подумаем, куда нам плыть дальше. Либо на вот эту территорию, либо... поплыли, наверное, вот к этим. Там, если что, в принципе, есть мини-лодка. Если что, я тогда, может быть, ее заменю. Там просто маленькая лодка есть. И вдруг, в случае чего, я думаю, там я смогу потом найти замену. Пульский мост. Оля, еще лодка? А как моя? Не, ну это, кстати, моя, не, моя чуть-чуть другая, наверное, будет. Ну все, мне дали 4 звезды. Пипец. Все, мне сейчас конец придет. Все здесь когда сложнее. В ремастере, я помню, нормально сохранялся в лодке, и, в принципе, я жил. Все было нормально, но почему-то здесь почему-то уже что-то более агрессивнее. С копами, я не знаю. Чисто делать видео сравнение. Агрессия копов в GTA San Andreas Infinity против GTA San Andreas Original. Чисто делать сравнение, насколько проще, например, делать то или иное. Ну, в принципе, ладно, не страшно. Дальше, в принципе, если что, покину утку и буду уже дальше опять так вот ездить и опять-таки собирать. В принципе, мне это сложность сейчас сильно не возникнет опять-таки. Опять-таки сильно сложности для меня это не возникнет. И сейчас, в принципе, не возникает так какой-то. Было бы хорошо, если бы сейчас так и дальше было. Пусть еще пока сейчас смотрю, сейчас купы, сейчас пальк приведу период купы, и сейчас они меня сразу уничтожат. Я боюсь, что так оно сейчас и произойдет. Но ну, кстати, пока нормально держимся. Но опять-таки, все утрицы я все равно в любом случае на лодке физически бы не собрал. Под вторая? Ну хорошо, идем, в принципе. Блин, лодка загорелась. Нет! Блин, я не успел отскочить. Меня уничтожили. Долбанные копы, ну почему здесь так все сложно? Почему в ремастере было проще? Там, на самом деле, мод на сохранение намного лучше был, чем здесь. То есть этот мод, он просто помогает не сохраняться. Блин, я даже, наверное, после той устрицы даже, наверное, не сохранялся. Блин. Я не доехал до следующей устрицы. Следующую устрицу я, наверное, буду вот эту собирать, скорее всего. То есть мне еще надо как-то вот к ней попасть. Может, как-то, знаете, через аэропорт как-то, знаете, на аэропорт сейчас поедем по-быстрому. Мне кажется, будет быстрее, чем я буду на машине сейчас туда добираться. Блин, проще надо сначала мать-то поставить, чем гадать, как мне потом сюда еще ехать. Вот так поставлю для начала. Блин, вот неохота, конечно, склейки, хочется уже за раз прям все сделать, если честно. Вот неохота вообще склейками заниматься. Серьезно. Если честно. Хотя я, в принципе, за раз показать, как я это делаю, что не думаешь, какой-то я читал, там за кадром еще моды использовал какие-то. Нет, у меня только дескрипт, это на сохранение, а остальные я специально удалю, чтобы случайно не использовать. Но в любом случае, рубрику эксперимента я, если буду, то еще очень не скоро, потому что пока я эти GTA прохожу, то на роликов 600 на них, может, уйдет.
и не знаю, даже и больше. Поэтому, разумеется, этим заниматься еще буду очень не скоро. Подожди, этот баг исчез или мне показалось? Не, не исчез. Пока все-таки не показалось. Точнее, все-таки показалось, он не исчез. Будет ли так сказать? Сейчас. Так, извиняюсь, что там написали, мне надо было просто ответить. Так, надеюсь, там мне нормально вылежу на светящемся солнце. Вроде по веб-камере вроде ничего. Хотя, как хотел с другой стороны, я бы, наверное, все-таки штору бы я, наверное, прикрыл. Так, все, ребят, я прикрыл штору. Теперь у меня хоть не так сильно на меня солнце светит. Прям как-то половина лица была чисто засветленная, что мне не совсем нравилось. Давайте, короче, дальше собирать эти, ну, устрицы. Ну, я чисто по привычке хочу называть устрицами, а вообще их здесь называют этими. Их называют вообще здесь ракушками. Ну, в этом переводе ракушки, а я еще в каком-то переводе я помню устрицами. Что-то по привычке именно устрицами хочется их назвать. Ну, думаю, на каком самолете лучше мне лететь, на Доде или на Шамале. На Шамале, наверное, будет быстрее, поэтому давайте, наверное, на Шамале. Как я в ремастере делал, сначала садился вот в Доду. Вот на QE поворачивать, еще там вот разучился поворачивать, не сразу, когда сюда зашел, потом вспомнил не сразу, как управлять реально, привык перематывать, совсем разучился здесь управлять. Так, тихо, аккуратно. Все. До свидания, и сейчас полетим на Шамале. Все нормально, то мне... Так. Потом мне показалось, что у меня запись закончилась, но нет. Это когда кажется, креститься надо. Так, ладно. Разворачиваемся. Тихо, нет! Нет, 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 нет. Не надо, не надо. Что-то другого Шамала, насколько я помню, нет, только один. Ну, может, конечно, когда мне откроются аэропорты, там, другие города будут... Может, тут и получше будет с этим. Блин, а вот тут не очень удобно. Ладно, я не буду колеса делать, потому что если я нажму сейчас на двойку, то тогда колеса опустятся, но тогда поставится запись на паузу. Ну хотя ладно. А я не хочу, я в принципе из колес своих смогу нормально долететь, в принципе. Теперь надо поставить метку уже на этот раз уже на этот. Я, наверное, вот эту следующую буду забирать. Она такая прям одна одинешенька там стоит. Запись идет. Вот мне удобно, что нет второго монитора, так я бы на втором мониторе больше вывел бы. Мне бы нет, я бы только голову повернул бы и просто посмотрел, что запись идет. Так приходится альтабаться. Но я думаю, когда-нибудь я вот планировал в будущем, может быть, даже очень скоро, может быть, даже в этом году собрать деньги на второй монитор и купить этот самый второй монитор. Ну как, я хочу купить 2К монитор, чтобы у меня не было проблем с 2К разрешением, чтобы мог нормально 2К отлинить и записывать, чтобы видео были более качественными. А вот это основной монитор положить сделать, вот который сейчас у меня основной, и я вот у меня он будет теперь, потом будет как второй монитор. В принципе, место где ставить у меня есть. Так что все нормально. То есть я там нашел недорогой монитор за 8000 всего. Так что в принципе я думаю нормально. Это 75 гигабайт. Мне кажется, если найти 60 для совы, там, наверное, он еще дешевле, наверное, обойдется. Ой, блин! Ой, блин! Ой, нет, вот это я зря сделал, вот это я зря сделал. Вот это я зря сделал. Костя, давайте все-таки сделаю склейку, и когда я уже буду подлетать уже к этой устрице, я тогда сразу к вам вернусь. Ну что, ребят, я уже подъехал к этому месту. С какой-то там попытки, не знаю, получилось у меня это. Так, ну я даже не знаю, как... Блинский ты, блин. Мотик. Отдайте мне, верните мне мотик. Чё за баги? Идите в баню. Значит, раз даете ему, это просто воду. Меня, правда, конечно, убить еще могут. Ну ладно, сейчас следующую устрицу мы с вами сейчас подберем. Вот она. 23-е. Теперь надо выкаться и подумать, куда нам сейчас плыть с вами дальше. Ну, пока опять-таки паузу стоять не буду. Пока, в принципе, все окей. Я сейчас постараюсь, тут надо сейчас вот тут сохраниться сразу. И надо, конечно, было бы еще по-хорошему броню взять, но я вот не подумал.
Да и как-то неохота было на нее время, если честно, тратить на эту броню. Так, надо подумать. Вот если, надеюсь, сейчас мой мотик там не исчез. Блять, мотик, кстати, мой не исчез, да хорошо. Сейчас за нем же и поедем на следующую улицу. Ну. О, отличное вождение, товарищ офицер. Отличное вождение. Так, ну давайте, наверное, вот так вот есть утрица, так вот нет, вот, наверное, вот к этой, наверное, и поедем. Да, именно к ней. Это за горой Челиад, получается, но мне придется, наверное, вот так вот объехать сейчас. И потом туда, наверное, завернуть. Погнали туда. Я стараюсь еще делать вместо своих, еще по этой причине, чтобы, ну, кто-нибудь самый, так скажем так, ну, самый принципиальный, чтобы, ну, не подумал, что я какими-то черчитами это делаю. Я все делаю честно, без щитов. Стараюсь, по крайней мере. Честно говоря, помню, в старом прохождении я иногда эти щиты использовал. А вот честно, стараюсь полностью без всяких щитов пройти игру. Кстати, насколько я помню, у меня полностью прям без единого чит-кода, мода, скрипта, мне, по-моему, ни разу не получилось пройти. Вот сейчас пробую без всего этого. Ну, опять-таки, все-таки скрипты используются на сохранение в любом месте, но это не считается. Это просто для экономии времени. Иначе я тогда видео не знаю, сколько времени бы делал, если бы я не использовал бы этот мод. Я 1000 лет бы, наверное, делал бы это видео. Так, стопе. Вот, кстати, вот тут я, наверное, смогу потом выйти. Давайте закончим вот здесь вот. Видимся. Вот сейчас доплывем до утриц. Вон он, я ее уже отсюда вижу. О, черепаха. Ну, я так понимаю, обычная сквозная. Нет, только надо вымыть, тут сейчас еще сидшей задохнется. Давай, давай. Выныривай. Ну. Там, если он зацепит, только будет сейчас, тут, наверное, сейчас будет перекрытие дороги, если не ошибаюсь. За это, конечно, я боюсь. Факт, на самом деле, так уже много их осталось. Короче, 24-я, по-моему, все-таки правда вторую часть не сделать, потому что не знаю. Ольку уже идет сколько там, 47 минут, а я только половину, наверное, собрал. А мне ведь еще половину собирать. Посмотрим, не хочется, неохота как-то мне склейку делать. Хочется за раз все-таки это, ну, в смысле, неохота имею в виду вторую часть сделать. Будем стараться сделать все сразу. Сейчас вот тут еще одна будет устрица. Сейчас она у нас, по-моему, будет ровно половина устриц. Если не ошибаюсь. Да, сейчас вот тут, наверное, будет 25. О, у нас тогда мотика лучше. Но в залобке вы этого не видите, конечно, практически. Нет! Ну, долбаные копы, они тут, по-моему, мотику гробили. Все за их вождение. В чем я виноват, не знаю. За что меня этот разыскивает? Как там его темпенни? Ну я ему скоро еще отомщу, я обещаю. Придет время, я ему отомщу. Ну, смотри, мне уже не догнать. Да вот я, может быть, догнал бы. И то, наверное, не факт. Я вот на велике, наверное, сяду. Велики, мне кажется, безопаснее всего. Так, меня же на велике даже, в принципе, ну, меня там могут убить, но... Ну, по крайней мере, что хотел сделать, по крайней мере, мой транспорт не уничтожил, вот что хотел сказать, извиняюсь за заикание. Ой, пау, мне так плохо, не, погнали тогда, валим отсюда. Красивый НБшка, мне она очень нравится, по-моему, даже себе ее сохранил. Но мало ли, чему этот ударят, а у меня он все-таки останется. Ну, не знаю, вряд ли это кому-то ударят, но мало ли. И, по-моему, был какой-то один мод, который, по-моему, был, потом что-то его или удалили, или я его просто найти не мог, я даже не знаю.
Тут есть, кстати, мод на RG500, но, в принципе, нет, мне нет смысла его сейчас брать, потому что я сейчас делаю не снимки, а по аутрице, и в итоге я его буквально сердцем злюсь, и все равно потом потеряю. Поэтому я не вижу смысла его брать. Вижу смысл один. Я вижу смысл... в принципе, все равно, наверное, вот здесь вот буду сейчас. Вообще, тут видится наша следующая устрица. Поэтому, наверное, все-таки я, наверное, только на нафиг засейвится. Все, сейвимся, чтобы подхилиться. Вот плохо брони, конечно, нет. Ну ладно. Эти миссии все еще, кстати, ни одной проваленной миссии у меня еще не зачислится. Что там еще по миссиям? А, в крафте сделано 110. Это тоже как миссия. Ай, блин, столько копов, офигеть. Вы видели, сколько там копов? Офигеть, там целая армия. Так, у нас что есть? Тебе теперь вынырнуть надо. Так, уныривай. О, они все сейчас... А он там есть. Но только там... Только я не вижу, там есть лодка или нет. Сейв. Сохраняемся. Блин, вот это плохо. Блин, Текс только здесь находится. Где же у нас, кстати, горячая находится устрица еще одна? Даже две там. Вот, о, вот там лодка. Давайте на вот эту лодку сядем сейчас. Вот, вот такой вот боюсь, что будет, если я сейчас заложусь и сохранившись в воде. Вот я вот не знаю. Надо вот проверить, вот, смогу ли я тогда в воде возродиться, или я буду в ней, или у меня просто игра потом вылетит, если я загружусь. Блин, надо поэкспериментировать, ну ладно, я сейчас хорошую лодку нашел, поэтому пока не буду это экспериментировать, потом как-нибудь, когда уже все сделаю, тогда буду экспериментировать. Эх, гляньте, у меня даже звезд нету, гляньте. Это что, читак или что? У меня тупо звезды пропали. Ну это ненадолго, конечно. Прикольно. Тупо звезды пропали, хотя никаких читов не вводил. Во, видите, все, появились. Потому что я, наверное, в воде был, вот они, наверное, как-то и исчезли, когда я засейвился. У нас сейчас вообще сейчас еще и пятую вмажут. Ну ладно, ничего не поделаешь. Ради 100% на что только не пойдут. В любом случае, даже когда у нас уже полностью открыты все острова, тут все равно, насколько помню, звезды будут давать. Тут даже, наверное, пятую дадут. Или еще не дали. Не, пятую, кстати, не дали еще. Могут очень быстро косают. Тупо не успеваешь ничего сделать. 27-я. Блин, надо сохраниться по-хорошему, то еще меня могут еще и убить, поэтому я бы сохранился, конечно. Ну ладно. Просто будет, что если я в воде зацелюсь, потом могу еще нормально не возродиться. Вот в чем проблема. Ну, не загрузиться не смогу нормально. Я же не проверял, я же не помню просто, что если я скрылась в воде, то как в итоге потом все окажется. Либо я на дне там как-то окажусь, либо я не знаю как. Так, еще она находится вон там у нас. Попробую сейчас ее сразу взять. Ой, нет. Ну, мне чего-то пока сейчас скоро угробят, но хотя бы нахуй некоторым количеством устриц мне ее уже хватит. Так, блин. Блин, вот мне надо, чтобы еще на ту устрицу хватило. Наша красавица, устрица. Считаю, вот ремастеры, мне кажется, красивые, но немножко баганные. Мне кажется, ремастеры, они как будто даже крупнее их сделали. Эти устрицы. Ай, все пипец. Сейчас мы лодке сейчас придет конец, я чувствую. Хотел бы еще забрать, она вот здесь находится. Видите, сколько времени на канале? Так бы я не знаю, сколько я времени бы их собирал. Ну, и, в принципе, я вот на стриме, в принципе, их собирал только по одной карте без этого мода. Кому интересно, все стримы в записи есть.
на канале, на данный момент, по крайней мере, записи не есть. Поэтому, кому интересно, можете посмотреть, как я занимаюсь устрицами. Там, вот уже 30, кстати, собрали. Ну, в принципе, может быть, и соберем. Вот, там, за полчаса, может, за 40 еще минут соберем. Так, сейвимся. Так, каким бы сейчас лучше попыть? Надо подумать, ребят. Надо бы подумать. Наверное, надо вот эти все забрать. Уже остальные придется уже как-то вручную забирать. Давайте сначала вот эти все позабираем. Да, погнали вот к этим. Блять, мне еще показывают, смотрите, это не то баг, или возможно, если такая территория, где типа она не считается ничьей, вот. Потому типа звезд там и не дают. Сейчас 5 дали. Я бы, конечно, удивился, если бы нам их не дали сейчас. Ой, блин, я не хотел так. Блин, ну долбанный коп. Но он, в принципе, особо много урона не наносит. Все, 31-я. Сейчас лодки у меня уже будет конец. Вот там я смогу, наверное, еще одну забрать. Где-то там дальше, по-моему. Да, вот здесь вот еще утрица. Вот эту я смогу забрать. Она хоть здесь под мостом. Кстати, еще тут тоже будет неприятный бонус. Девушки нас будут всегда вот принимать при любых обстоятельствах. То есть, если до этого одной это не нравился худой, то такой второй не нравился толстый, что мне всегда сейчас репрессиво. Потому что под каждой же вот сложно построиться. Одна любит толстого, второго худого. Хотя мне, например, хотелось бы вообще мускулистым теперь побыть. А девушки почему-то не нравятся такие. Поэтому ракушки — это вариант. Теперь вот потом вот постараюсь, если не забуду, вебку вовремя убрать, чтобы потом показать вам этот бонус. Блин, скипи, блин. Ну, он уже скоро взорвется, его надолго мне уже не хватит. Так, сейчас еще одну усилию сложно забрать. О, давайте на лодку тут поменяем. На вот эту, я хочу поменять ее. Потому что это уже покусано, это хотя бы целое. Главное, чтобы мне лодки хватило, чтобы вот эти вот все оставшиеся вот эти вот внутренние, внешние позабирал. А остальные внутренние я, в принципе, уже без лодки заберу. Качусь по этим местам, в принципе, и все. Что мне главное, хотя бы, чтобы мне хотя бы на вот эти внутренние хватило. Я боюсь, что мне их чувствую, мне ее скоро взорвут такими темпами. Но, в принципе, я знаю там еще одно место с лодкой, потом попробую взять ее тоже по пути. Так, вот эту лодку, господи, лодку, устрицу берем. Чувствую, этот ролик будет 3000 лет вылаживаться, потому что он много гигов займет. Но на гигов может 10, если не больше. Блин, вот неудачно сейчас заехал, сейчас мы лодку могут сорвать. Ну, ракушку я, конечно, взять смогу, но... Ой! Шипец. Да куда? Ну нет! Блин, ну я так и знал. Я вот знал, что этим оно сейчас и закончится. Да ёшкин кот, сиджи, дурак! Одно хп. Выжил, какой же он сиджей дурак. Блин, ну она сейчас у меня уже скоро гореть будет. Так. Блин, что придумать? Что ж придумать? Ну, в общем, есть одна идея.
В принципе, вот сейчас попробуем доехать вот до этого места. Вот тут у нас есть одна устрица. Устрица, и там уже находится у нас лодка. Может быть, мне ее хватило бы? Ё-моё. Так, хватит. Или сразу за этими плыть, не знаю. Вот что проще, пытаться на лодке или все-таки вручную плыть? Если у зрителя сейчас... Ай! Лучше я, честно говоря, не знаю. Так, что там у нас вообще по этому? Ой! Мотик, 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 стоять! Блин, я не смог мотик остановить. Плохо. Ну ладно, тогда чуть попробуем машину взять. Например, вот эту. Да куда? Нет! Ну нет, ну долбаные копы, ну вылазь, Диджей, вылазь. Есть, вылез, отлично. Блин, как они эти копы вот дико мешают. Прям дико мешают. Отцелимся. Мотики было проще, а на тачку они легко свят. Да я не мотик, в принципе, был с вас отбил, но по крайней мере... Блин, мотик! Мотик! Блин, мотик! Стоять! Не успею. Или нет, все-таки успею. Сейчас. Мне главное его сбить хорошо, чтобы он упал, и дальше я успею его забрать. Но мотики просто быстрее, я доехал. Мотики просто попроще не могут быть. Ох, я ролик записываю уже час, а мне осталось там еще где-то 18 ракушек. Вроде бы и немного, я постараюсь сейчас их быстро доделать, уже не буду делать вторую часть, уже хочу, чтобы все в одной части уже было. В любом случае, поэтому погнали, наверное, на следующую устрицу. Вообще, я очень катарик, вот интересно смотреть полностью, или все-таки было бы лучше, чтобы я делал паузу и уже показывал только, ну, уже показывал уже только места с ракушек. Вот как оно было бы интереснее. А, нет! Вообще, молодцы. Тридцать четыре. Так, блин. Вот это чел еще может мне сейчас еще и убить полностью. Блять, они еще даже звезд не давали. А я только как дурак убивал. Но мне все равно сейчас дают, это, видимо, только на этой территории не дают. И, кстати, я даже не знаю почему. Казалось бы, закрытая территория, а нам тут звезд вообще не дают. Ну, это, с другой стороны, даже хорошо, конечно. А все, нам уже 5-4 дали. Только что вот. Вот, в принципе, есть устрица. Давайте мы прям на вот этом попробуем. Да, все, мотик я наброшу уже теперь. Так, ныряем. Устрица, мне кажется, вот собираются на дольше всего. Потому что даже с помощью мута все равно собирать их дольше всего, чем остальное. Вот подковы, я думаю, постараюсь, может быть, быстрее сделаю. Теперь надо долететь в сторону летной школы. Кстати,
есть водка, но я не знаю, я ее не смогу сейчас взять. Да, мне проще взять ту, которая там спавнится. Ну, или все-таки правда на самолете ехать, я его даже не знаю. Я считаю, все-таки на лодке больше получится. На лодке почему-то удобнее, чем на самолете. В общем, могу подорвать, еще не успею вовремя там выйти, все дела. Так. 36-я. Садимся, сейчас поплывем дальше. Главное, вот эти вот оставшиеся внутренние. Сколько тут вообще внутренних осталось забрать? Точнее, внешних. А, всего три. Вот это раз, вот это два, вот это, да, нет, даже четыре. И все, остальные мне только осталось только уже внутренние, быстренько проехаться по ним и все. Там, в принципе, уже чуть попроще будет, чем вот с этими. Здесь там только все места такие будут более-менее удачные. Так, поплыли. О, отличное вождение, товарищ офицер. Клёво он так упал на самом-то деле. Седьмая. Отлично. Ну, я уже не помню. Я, наверное, уже говорил. Вообще, лучше, конечно, вот их собирать уже, когда у нас все острова разблокируются. Как я уже говорил, простых путей мы не ищем. Ну, я не ищу, и мы вообще сами... Лично я вот простых путей не хочу искать. Я хочу делать все как можно раньше. Сейчас тут, кстати, даже быстрее получается, мне кажется, чем в ремастере. В ремастере я, наверное, весь стрим, наверное, на них потратил. Скорее всего. Ну, частично весь стрим. То есть я, мне кажется, ощущение, что ремастер я ими дольше занимался. Блин, вот я вот тыхока не бесконечно, как бы я сейчас еще не задохнулся. Давай, выныривай. Давай. Ну, только не сдохни. Так, сейчас надо сохраниться, чтобы дыхоку, чтобы хпшку. Но если бы я не заткнул, я бы сейчас больше погиб. То есть тут реально прям глубоко, я бы сказал. Так, вот там еще есть. Вот стало только вот эти две внешние забрать и все. Внутренние я уже заберу уже с помощью машины и всего прочего. И главное вот эти вот оставшиеся внешние пособирать. Главное, чтобы мне только лодки хватило. Так, вот это получается. И вот это еще. Все, вот эти две осталось мне внешние и все. Нормально получается, шестичка этарик. Вот как вам нравится, чтобы я вот так вот записывал, или чтобы я все-таки по частям делал? Ну не по частям, а чтобы я показывал только вот места с ними. Как я когда-то, кстати, с похожими в GTA Vice City делал. Но сейчас я там буду с помощью мода их потом искать, который Норрис там уже сделал. Поэтому я, наверное, уже буду там, ну, тоже буду не делать не с кликами, а за раз. И последняя, которая внешняя наша. Это вон там она находится. Это 30, это 40-я, наверное, будет, или какая? По-моему, 40-я. Сейчас посмотрим. Нет. Только не уничтожьте, пожалуйста. Мне еще до берега плыть. Я не хочу вручную плыть. Да, вот 40, осталось там только 10. Да лодку, верните. Да ё-моё, ну долбанные копы. Нет, только не убейте. Отличное вождение, товарищ офицер. Все, я и тупо их лодку украл, взамен той, которая у меня была. Кстати, в ремастере мне один раз тоже так удалось сделать. Ну все получается, внешние мы все забрали, остается только теперь внутренние. Давайте где-нибудь вот здесь вот высаживать, чтобы побыстрее до берега дойти. И все, остается мне только все внешние позабирать. Ну как, вот эти на самом деле тоже вот эти вот, которые вверху там две. Они, в принципе, тоже как-то внешние.
Да ё-моё. Но забирать их на лодке не очень-то удобно, поэтому я их уже вот так вот заберу уже своим ходом. Корей бы уже. 10 этих осталось. Я так чувствую, сейчас скоро полностью разблокирую, ну, полностью сейчас разведу все эти. Мне еще верхний сатур сейчас еще покатаюсь. Скорее всего, у меня будет полностью разведанный все, ну, полностью разведан город. Кстати говоря, очень удобно. Для меня это удобно. Я в GTA 5, наверное, буду этим же заниматься, когда буду проходить. Только там, конечно, территория намного медленнее разведывается, чем здесь. Да, за тачка для пустыни не предназначена. Давай, уже чуть-чуть заехать, ну. О, спасибо, большое спасибо. Спасибо, товарищ офицер. Большое спасибо. Вот реально тот случай, когда товарищи офицеры нам помогают. Хотя обычно они нам мешают. Реально, тот случай, когда они реально нам помогли. Я только воду я не хочу пока. Я хочу поближе подъехать. Где она вот здесь вот заедет? Здесь она море. Вот тут она. Кстати, по-моему, тут еще миссия будет с монстром траком, если я не ошибаюсь. Бежали, всего 10 устриц осталось, или 9, подожди, ладно, посмотрим. По-моему, 10, я, по-моему, еще 10 не забирал. Даже можно так визуально сейчас посчитать, сколько нам осталось. Вот тут 3, 4. 5, 6, 7, 8, да, 10 устриц там осталось всего. Я существовал не в детстве, когда еще не знал, что есть такой мод. Я вот думал, что было бы хорошо, чтобы был такой мод, который вот так вот, что вот ты собрал устрицу, и она исчезла на карте. То есть я вот подумал, что это был бы очень удобный мод. Блин, сейчас это подстава. Это сейчас, конечно, подстава. Блин, тут такие перекрашены, я сейчас тупо не смогу нормально вынырнуть. Ну, только он от того берега придется путь, что поделаешь? Как я это сделал? Так, пока надо на поверхность, давайте. Так, 41-я. Еще 9 осталось. Ну, вроде нормально идем, сколько у нас уже времени. Час 12, ну, нормально вроде, я так и хотел. Но, в принципе, я примерно так и... Я хотел сказать, что примерно так и думал, что примерно такая длина ролика выйдет. Если она поплыли, она все-таки туда. Все-таки будет быстрее туда приплыть, чем я буду на берег. Будет быстрее поплыли. Там лежит. Кстати, у нас тут еще миссия будет с этими. Ну, по крайней мере, не знаю, возможно, для кого-то уже много проспойлерил чего. Ну, уже извините, потому что лично я сам, ну, уже проходил много раз, поэтому вот для меня спойлеры это еще много не добавят. Так, скорее меня уже... У меня в реальной жизни живет уже почти 10 часов. Почти 10. Но я говорю, сейчас реально мне бы выдалось время. Если сейчас после этого видео следующие 3 ролика, наверное, я буду делать, наверное, ну, вот эти упражнения в спортзале, а потом сделаю ролик, наверное, по подковам. По мускулатуре плюс. Ну, мускулатуру нам все равно надо будет подкачивать, потому что нам потом понадобится для приема. Потому что приема с минимальной мускулатурой не сделаешь. Но, знаете, еще потом это поэкспериментировать, когда-нибудь я сделаю такое видео. Вот нам вот нужно определить новую мускулатуру, чтобы начать делать прием. А что если я начав все это делать? Ну, в смысле, я начну делать вот эти приемы с мускулатурой, а потом просто пишу чит-код, чтобы мускулатура исчезла. То есть могу я вот без мускулатуры вообще пройти? Мне просто дико интересно. Я могу даже ролик шорт сделать, в принципе, это легко проверить, я думаю. Это легко проверить. Ну реально, мне кажется, физически, мне кажется, да даже без мозга, в принципе, мне кажется, это проходимо. Только единственное, что не знаю, что произойдет, может быть, или игра как-то крашнется, я не знаю. Вот, кстати, глянем, лежит более качественно эти сделаны, а в ремастере они прям в воздухе зависали.
GTA San Andreas просто игра легенда. Просто игра легенда. Так, как будут выйти поудобнее. Блин, у меня желудок есть полностью я истощен. Мне надо писать только вон до дороги. Блин, надеюсь, я смогу сейчас это сделать. Тут вроде, в принципе, есть возможности. Ну да, вроде бы должен. Хотя еще не факт. Но вроде тут есть место как-то. Абсолютно целая тачка в моем распоряжении. Клево. Так, блин, так обычный ролик опять на 12, наверное, опять не выложится. Придется, наверное, как-то по-другому его вылаживать. Блин, не вот это и минус длинных роликов. То есть, выше. Ой-о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 й
Я хочу по-другому. Вот, давайте вот сюда, наверное, заедем. Ой. Смотрите, вот тут у нас, кстати говоря, еще есть дробовик. Сейчас, вот он, сейчас заберу мусорицу, я вам его покажу. Ну, в принципе, я думаю, вы все его знаете. Вот у меня даже в руке такое же есть. Откуда он у меня взялся, я не знаю. Может, какого-то, я, наверное, какого-то, наверное, окопа, скорее всего. 43, видите, нам чуть-чуть осталось уже. 7 прокушек и все. Я думаю, на этом канале все ролики должны сохраниться в теории. Так, садимся. Блин. Ой. О, гляньте, как круто встретить себя же у гроба. Давайте даже поможем. Хотя не надо. То еще они нам помогут в воде оказаться. Так, теперь, наверное, вот к этой поедем. Оно нам и отмечается по факту. Вот это следующее будет. Это будет следующее. Останется еще 6 нам. Все, наверное, так и назову, сбор ракушек. Именно, надеюсь, вспомнишь, именно они все... Блин, надеюсь, я вспомню, что они именно ракушками называются, они устрицами. О, мотик, давайте поменяем его на санчезе удобнее. О, отлично. Надеюсь, я все-таки... Блин, опять же идет. Надеюсь, все-таки я смогу сохраниться где-нибудь в Лос-Энтуросе с помощью мода и там остаться. Там... Хотя, в принципе, что я говорю, я же все равно пока подкомы заниматься не буду, я пока буду другими заниматься. А потом уже и черед подков подойдет. Ой, ошибочка вышла. Ё-моё, опять упал. Давай, Сиджей. Не тяни резину. Мне еще 6 ракушек собирать. Все, отлично, мы подъехали. Давайте где-нибудь тут на нас тормознусь и быстренько заберу вот эту устрицу. Ну, блин, по привычке все время устрицу говорю, хотя на самом деле здесь вот переводе не ракушки называются. Может, просто раньше, может быть, я просто переводом другим играл, и поэтому устрицы были. Хотя я не знаю, что я по привычке устрицы говорю. Так,
31, и сейчас она влепит опять четвертую. Ну да, видите, опять 4. То есть это в какой-то момент, видите, такие вот глюки. Так, куда сейчас поехать? Сейчас посмотрим. Ага, давайте, наверное, съедем, наверное, вот к этой вот самой крайней. Вот к этой вот. Потому что, ну, неудобно будет потом, собрав все в городе, ехать за ней. Неудобнее будет вот эту сначала, наверное, собрать. Сначала честь, я думаю, в принципе, это выстрелит. И потом останется только все лосунтуры, если утилиться пособирать. Ну, точнее, ракушки и все. В комментариях вообще посоветовали озвучивать только вот, ну, озвучивать только эти, ну, как сцены, а уже титры, которые, ну, не титры, как они называются, а только, а уже речи вот эти диалоги уже вам после уже касцены во время миссии, советовали уже не читать. Не знаю, что-то мне не особо уже стало интересно озвучивать здесь и эти, ведь эти, касцены все-таки лишние, а то получается кто какая-то балаболка, все равно не все слова, возможно, еще людей поймут, так что мне кажется, будет проявлять все-таки их вообще не читать. Что я, наверное, и буду делать. Я почти приехал, вроде бы. Это 4 звезды, а со мной вообще никаких копов. Вот чисто логика GTA. Хотя вот там, кстати, будет еще одна, этот. Я только не помню, какие... А, подкову, подожди. С цветом подковы, синим, наверное. Ну да, Rafty были зеленым. И подожди, а снимки тогда какого цвета были? Я вот не помню. Ладно. Плывем. Тут, честно говоря, я буду даже почти джейк быстрее плывем, чем ремастер. Но я же на ремастер много играл уже на стримах. Поэтому мне уже есть с чем сравнить. 45-я. Отлично. И еще там нам 5 штучек осталось. Давай, Си-Джей, выныривай. Давай. Давай. Есть. Ай, больно. Да ё-моё. Я только не убейте. Сиджей, ну почему ты не не залезаешь? Ну скажи мне. Капец, он тупо не хочет залезать, офигеть. Что мне теперь делать? Тупо не хочет залезать, а там мой мотоцикл остался. Ну почему даже нормальная гора, почему не хочет залазить? Смотрите, всю гору что ли оплывать ради этого? О, залез. Слава богу, видимо, здесь не во всех местах это можно нормально сделать. О, даже вот катался, что-то думал, что он уже исчезнет. Но нет, он не исчез. Нам, получается, еще 5 ракушек осталось. Ну да, получается, еще 5. Осталось уже тут по ерунде, ребят. Я думаю, сейчас у нас уже скоро, наверное, разблокируется сейчас уже полностью вся карта. Ну, короче, после когда соберем последнюю сессию, я потом проверю. Ну, пока еще все-таки как-то все еще на типа заблокированная. Помощь, конечно, курьера произначали, но мне что-то в ремастере во втором городе, в Сент-Фира, почему-то не очень-то курьер дался. Может, только в ремастере, может быть, в оригинале оно нормально проходит, я не знаю, потом проверим. Главное, нечаянно сейчас подкову не подобрал, потому что подкову я пока не хотел подбирать, если честно. Я хотел ее забрать уже потом. Вон, значит, аккуратно все сделать. Вот, видите, здесь у нас находится и устрица, и подкова. Но мне подкова пока не нужна. Мне пока нужна только устрица. Все, отлично. Но себя сейчас случайно сделал, я не знаю, что я бы делал, если честно. Либо сейвы перезагружал, скорее всего, я бы так и сделал.
Но все-таки, видите, здесь можно аккуратно все это тело подобрать. Кто еще нам показывает, он метка на радаре там, не знаю, видно, но нет, наверное, видно все-таки. Не, глянь, еще пока не разблокировался. Но я думаю, сейчас скоро разблокируется наш остров. Скоро уже должен, по идее. По идее, скоро должен. Ну, в смысле, вся карта должна, по идее, сейчас скоро разведаться. Нет, пока еще нет, пока еще рано. Пока еще нет. Ну так-то в теории принцип Твера она все разблокировала, но в принципе нам уже должны сейчас все разблокировать. Ну, на крайний случай немножко покатаюсь и все, и у нас уже все, полностью все это разблокировано, разведано будет. Так. Еще находится вот здесь. Ох, полтора часа их на них потратил, офигеть. Даже где-то здесь, что ли? А, вот она, господи, хорошо, кстати, спрятана. Быстренько целюсь. Здесь сейчас они меня, надеюсь, сейчас не арестуют. Я просто зацелился, а то еще на всякий случай, а то еще вдруг арестуют, чтобы не заново не пришлось ехать. Так вот это 48-я, наверное, сейчас будет. Она находится вот здесь. Есть, еще две осталось. Видите, вроде не самым, на самом деле не так уж много времени, всего полтора часа. Так, 49-я вон там находится. Гляньте, еще все еще нам не разблокировали. Видимо, надо побольше просто покататься, чтобы нам полностью разблокировали территорию, я не знаю. Конечно. Ой, блин. Долбанный пост. Не надо. Если потом после утки состоится после коллекционирования, нам собрать только вот эти вот все подковки. Опять-таки подковы лучше всего именно на жетпаке, конечно, собирать, но я опять-таки не ищу простых путей. А еще более сложные, скажем так. В ремастере, кстати говоря, вот это, по-моему, у меня, по-моему, 50-я оказалась. Но вот у меня здесь она оказалась 49-я. Сейчас остается последняя 50-я ракушка, и того полтора часа видео я потратил на них. В принципе, нормальный результат, мне, я ожидал, что он будет намного больше времени затрачено. Поэтому это довольно хороший результат, я могу сказать. Было ожидаемо, чтобы мне бы я реально ждал, чтобы затрачено намного больше времени, чем вот эти полтора часа. И, блядь, еще, кстати, не разблокированная территория. Все еще нам игра не дала ее полностью. Ой, блин! Тут же прыжок уникальный. Ну, блин, возможно, вот знаете где? Возможно, еще вот здесь вот я мало разведал, поэтому, возможно, вот здесь надо еще покататься. Было бы, конечно, круто, чтобы она уже не полностью открылась. Это было бы, ну, понимаете, с разведной картой работать удобнее. Если в Сан-Ресте еще не сильно видна, то когда опять она не разведанная вообще не видна. Ой, только не воду, нет! Блин, ладно. Мы собираем последнюю ракушку. Все, все ракушки собраны. Вот такое вот у нас было сегодня увлекательное видео. Давайте я зацеплюсь. Покажу вам статистику. И у того у нас уже 428%. Все еще мне всю карту не разведали. Давайте по-быстрому сейчас немножко я покатаюсь, например, сюда съезжу. Ну, просто интересно, когда мне просто карту всю разблокируют. Чтобы когда смотрел, то есть так работает. Ты большую часть разведываешь, и дальше уже игра тебе сама разблокирует. Ну не знаю, думаю, еще собираем подкову, я думаю, тогда уже он прям точно должен разблокировать. Хотя, честно говоря, я не знаю, хз. Наверное, мне лучше может заняться уже за кадром, если честно. Не думаю, что есть смысл сейчас уже это показывать. Ну, в любом случае. Опа, у меня игра вылетела. Опачки. Опачки. А чего это оно у меня вылетело?
Блин, я не помню, я засейвился или нет. Вот бы еще ржака, если я сейчас не засейвился. Но мне казалось, что все-таки я сохранился. Если я не ошибаюсь. А сейчас проверим. 9.58, вот это, наверное. Она у меня что-то крашнулась. Интересно, чего? Да, все, 4.28, все дистопано. В общем, ладно, ребят. На этом ролике, наверное, я буду уже постепенно заканчивать. Не буду я уже это на видео показывать, как эту карту уже разведываю. Не вижу в этом никакого смысла. Я это сделаю уже, наверное, за кадром. А пока на этом, ребята, все. Всем удачи и пока!